Благодарю Тебя, Господь, за это величайшее доказательство Твоей любви, за это величайшее доказательство кровь Иисуса Христа, величайшее доказательство Твоей божественной любви, Твоей серьезности, Твоей веры, надежды, Господь. Спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя, Боже. Благодарю Тебя за силу воскресения, действующей в нас. Боже Всемогущий, благодарю Тебя за церковь Твою, которой врата ада гнев по зубам не одолеют никогда. Наоборот, не устоят врата ада перед лицом Твоим, Господь, перед церковью Твоей, которая является столпом и основанием утверждения на этой земле истины Твоей, Господь. Боже, истинной евангельской, живой, слава Тебе, Господь. Да прославится имя Иисуса и здесь, Господь, в этом поселке Божьем, и в Москве, области, Господь Божий. Во имя Иисуса Христа, по всей нашей земле и страдавшейся, пусть прославится имя Иисуса. Боже, этот мир, Господь Божий, да услышит евангельское слово еще и еще раз, Господь Божий. И, Боже, в чудесах и знамениях, Боже, Ты говоришь к этому миру, Господь, убеждаешь людей в своей любви, Господь, в своей доброте, Боже. Протягиваешь руки, Господь, ко всем страждущим, Господь, нуждающимся, Господь, обремененным. Боже, Ты призываешь всех, Господь Божий, к спасению, потому что Ты, Бог, во Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам это слово примирения. Господь, благодарю Тебя за все. Благодарю Тебя, Господь Божий. Благословляю, Господь, Израиль сегодня, благословляю Иерусалим, благословляю, Господь Боже, всю нашу страдавшуюся планету Твоим святым словом, Твоим святым именем. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим. И помилуй Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа, Отец наш, Бог и Царь, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш, благой, никто не благ, как Ты, Бог наш, возлюбивший нас, благослови, Господь, народ свой миром, великий виноградой, посети виноград сей и благослови, Господь, да принесем плода множество, Господь, и прославится всем имя Твое святое в этом мире, на этой земле, Господь, и вечности. Слава Тебе, Господь, слава Тебе и хвала. Благодарю за Иисуса Христа, благодарю за Спасителя и Избавителя рода людского. Благодарю Тебя, Господь, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. 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 Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Что?
Подняться. Аминь. Нам нужно выше. Нам нужно выше.
чтобы однажды улететь. Аминь. Аллилуйя. Сейчас мы поклонимся Господу нашими добровольными пожертвами, десятинами. Если вы что-то приготовили для Господа, возьмите это в свои руки, и мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что напитал нас сегодня Словом Твоим. Спасибо Тебе, Господи, что мы могли испытывать присутствие Твое среди нас. Господи Бог мой, и Ты повел нас сегодня на высоты. Господи Бог мой, чтобы нам вкусить, попробовать, как благ Ты, Владыка Господи, что есть мир иной, что есть жизнь иная, нежели эта приземленная жизнь, Господь. Аллилуйя. И дай нам быть орлами, которые высоко летают. Не этими, Господи, аистами, которые все время барахтаются в этом болоте и ищут запах. Но дай нам возноситься на высоты Твои, на высоты Божьи, видеть Твою красоту, как Давид говорил, чтобы мне созерцать красоту Твою, Господи, красоту Твоего присутствия. И Ты нас благослови, и Ты нас благослови вознестись вверх. Господи, когда люди так привязаны сегодня к этой земле цепями, суетой, Господь, над материальными вещами, помоги нам вознестись духом нашим над этой порочной землей, Господи. Аллилуйя. И видеть Твою славу, и видеть Твою силу, и видеть Твою любовь, Господь, и испытывать, Господи, преображение в Твой образ, в образ нашего Спасителя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, что Ты кормил нас, манную небесную. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за привилегию, Господи, приносить Тебе, Господи, наши десятины, пожертвования. И я благословляю имя Твое за то, что Ты источник нашего духовного и материального благосостояния. И мы сегодня чтим Тебя нашими приношениями. Всю славу воздаем Тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Господь Бог мой, мы благодарны Тебе, Господи Боже мой, за пищу духовную, Господь Бог мой. Ты напитал нас, Господи Бог мой, Господь, аллилуйя. Ибо Слово Твое, Господи Бог мой, Господь, вселяется в нас, Боже мой, обильно, Господи Бог мой, аллилуйя. И мы живем, Господи Боже мой, Господь, Тобой и Словом Твоим, Господь. Слава Тебе и хвала, Господи Бог мой. Мы собрали, Господи Боже мой, эти пожертвования, десятины, Господи Бог мой, Господь. Во славу Твою, Господи, Ты сказал, Боже мой, принесите все в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, Господи. И на, Господи, Боже мой, много в доме пищи, Господи Бог, аллилуйя. Слава Тебе за это, Боже мой, собрание, Господь. Слава Тебе и хвала, Господи Бог мой. Господи, благослови эти финансы, Господи Бог мой. И благослови, Господи Боже мой, каждого дающего, Господь, и приносящего Тебе, Господи, и чтущего Тебя, Господи Бог мой, от своего имения, Господи, от своего дома, Господи Бог мой, от своей жизни зарплаты, Господи. Слава Тебе и хвала, Господи. Благослови Твой народ, Господи Бог мой. Обильно благослови, Господи, всеми духовными Твоими благословениями, Господи Бог мой. И за все Тебе благодарность, Отцу и Сыну, Духу Святому. Аминь. И закончим наше служение апостольским благословением. Благодати Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Аминь. Аронова мы уже получили сегодня благословение. Напоминаю вам, что в среду у нас библейский час, 19:00, в пятницу у нас пост, молитва, собрание в 19:00. Ну и воскресное служение в 11:00. И великий апостол сказал: не оставляйте.